Это программа «День с толком», в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Водители скорой помощи начнут получать ежемесячную поддержку. Каков размер выплат? 10 городам края станет проще следить за чистотой. В регионе создают отряды волонтеров для благоустройства территорий. Больше 600 водителей скорой помощи региона будут получать дополнительные стимулирующие выплаты в размере 5000 рублей. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что работа водителей скорых – тяжелый труд, поэтому он принял решение поддержать их и поручил краевому Минздраву до конца апреля перечислить средства за все 4 месяца 2023 года. Вместе с дополнительной выплатой зарплата водителей должна вырасти на 15-17%. Подчеркнул губернатор. Виктор Томенко добавил, что в конце марта в Алтайском крае ввели региональную выплату для специалистов, работа которых не входит в ОМС. Например, для психиатров, наркологов, фтизиатров. На их поддержку в крае заложили 70 миллионов рублей до конца года. Это не последняя приятная новость для медицинской сферы. 111 миллионов рублей затратят власти края на компенсацию обучения будущих медиков. Годом ранее сумма была почти вдвое меньше и составляла почти 61 миллион рублей. Так будущим терапевтам и педиатрам компенсируют 210 тысяч рублей. Ординаторам 300, сообщили в Минздраве региона. Это еще не единственная мера поддержки, которая, по словам властей, позволит улучшить ситуацию с кадровым дефицитом в сфере здравоохранения. Также второй год в крае продолжается реализация программы по профессиональной переподготовке. С этого года компенсация составит 150 тысяч рублей. Участники прошлого года получали на эти цели 50 тысяч. После провала дороги в Первомайском районе власти планируют оперативно проложить объездной путь. Его организуют рядом с существовавшей дорогой. С наступлением весны трафик по этому направлению вырастет. Ведет оно прямо к местному садоводству. Валентина Аскерова побывала на Первомайском разломе. Вот все, что осталось от нашей дороги. Все провалилось. Настоящий каньон образовался в Первомайском районе. Талые воды мощно размыли дорогу, которая идет от поселка Логовское к садоводству «Новый мир». ЧП произошло в конце прошлой недели. Судя по видео, люди на мгновение оказались в ловушке. И здесь не проехать. И здесь не проехать. К месту оперативно съехали силовые ведомства. В МЧС сообщили, что в садоводстве постоянно никто не проживает. Однако близится дачный сезон, а это значит, что людям как-то нужно будет добираться до своих приусадебных участков. Сейчас пострадавшую дорогу перекрыли, установили соответствующие дорожные знаки. Альтернативный проезд осуществляется через поселок Правда. В администрации Первомайского района нам пояснили, что место разлома изучают геодезисты, после чего станет понятно, какие работы по восстановлению дороги нужно провести. В идеале требуется целый комплекс дорогостоящих мероприятий. Я на сегодняшний день вижу решение одно единственное – положить три мощных больших водопропускных трубы. Я думаю, что диаметр не менее 1 метра с учетом того потока, который был. Эти трубы должны быть длиной не менее 10 метров. На выходе должен быть обязательно потокогаситель. Если овраг надо ополаживать, то есть только в материалах это будет больше 10 миллионов рублей. Угу. В районном бюджете таких денег нет. Поможет ли край в этом вопросе? Вопрос тоже на сегодняшний день открытый. Пока более реально проложить объездную дорогу, чтобы дачники могли спокойно проезжать к своим участкам. Объезд появится рядом с разломом, но не раньше, чем сойдет снег. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. 11 апреля суд вынесет приговор Алексею Городову, арбитражному суде которого обвиняют в получении взяток по 6 эпизодам. Сегодня ему предоставили последнее слово. Суд над Городовым длится почти 2 года. На время процесса обвиняемого отстранили от должности. Сам Алексей утверждает, что работал честно и взятки не брал. Татьяна Голубева заслушала позицию обвиняемого. Ей слово. И на протяжении 2 лет вы взвешивали мои поступки. Совершенные при жизни, чтобы определить в них меру добра и зла, а также решить мою участь в данном деле.
Напомним, Городова обвиняют в получении взяток за вынесение нужных решений на общую сумму в 5 миллионов рублей. Ни в одном из предъявленных обвиняемому 6 эпизодах он вину не признал, настаивая, что денег не брал, противоправных действий не совершал. По словам Городова, обвинение абсурдно и носит вымышленный характер. Группа свидетелей просто оговорила его. В данном уголовном деле у нас налицо процессуальный терроризм. На протяжении 3 лет выдавить из меня, именно выдавить, признательные показания, чтобы я признался в том, чего в принципе не существует. Сегодня фамилии Городов не называл, но неделю назад в рамках реплик фигурировал бывший арбитражный управляющий Алексей Долгов, который, по словам обвиняемого, из-за межличностного конфликта решил лишить его мантии. В 2019-м Долгова осудили условно, а еще до этого он активно сотрудничал со следствием. В рамках сегодняшнего последнего слова Городов вспомнил, как строил свою 28-летнюю карьеру и как неоднократно даже осужденные им говорили благодарственные слова в адрес честного следователя и судьи. Я не буду просить смягчения озвученного строгого обвинения. Там на 2, на 3, болезнь, дети. Нет. Я буду просить рассмотреть дело по справедливости, по закону, с вынесением только оправдательного приговора. К слову, в начале 2020 года к 7 годам заключения за получение взяток приговорили 2 судей Краевого арбитражного суда. Руслана Терри, который вину признал частично, и Владислава Колесникова вину признал полностью. Для Алексея Городова обвинение запросило 15 лет лишения свободы, 35 миллионов штрафа и невозможность занимать должность в течение 10 лет. Завтра суд вынесет свой приговор. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. К жителям края все чаще стали наведываться лжегазовики. Они предлагают купить дорогое и зачастую бесполезное оборудование. По словам легальных газовиков, мошенники регулярно орудуют в Барнауле, Новоалтайске, Павловске, Белокурихе, а также в Бийске и его окрестностях, жители которых в последнее время особенно жалуются на визиты непрошенных гостей. Наша съемочная группа пообщалась со специалистами и готова в деталях рассказать, как не стать жертвой обманщиков. Газовая служба. Прежде чем впустить сотрудника газовой службы, нужно узнать, настоящий ли он. Сотрудники «Газпрома» всегда с собой носят удостоверение и одеты в сине-серую униформу. Также, в отличие от мошенников, настоящие специалисты всегда звонят заранее и ведут официальную отчетность. Ваша квитанция об оплате. Понятно. Давайте распишемся в нашей карточке. Приходим, обслуживаем котел, газовую плиту, проверяем все на утечке, выписываем акт выполненных работ, предоставляем удостоверение, выдаем памятки, чтобы не ходили мошенники. Но они ходят, и довольно часто. В Бийске их жертвами чаще всего становятся жители частного сектора. В основном доверчивые пенсионеры. Лжеспециалисты втираются в доверие и втридорога продают зачастую бесполезное оборудование. Оно может не подходить или быть в нерабочем состоянии. Чаще всего людям предлагают мошенники вот этот прибор, он называется сигнализатор загазованности, который отвечает за безопасность людей при запахе газа. За сертифицированным оборудованием жителям Бийска следует обращаться в официальное подразделение «Газпром газораспределение Барнаул». Здесь, помимо запчастей, можно купить плиты и газовые котлы. Точно так же покупаете подогрейку, она у вас работает без электричества, потому что у него пьезо на батарею. В клиентском центре Бийской службы эксплуатации помогут решить вопросы и с оплатой за проведенное техническое обслуживание оборудования. Это можно сделать через банк, интернет-сервисы с помощью терминала, которым обеспечены все слесари службы, на почте и, конечно же, в кассах «Газпром газораспределение Барнаул». В клиентском центре также можно заключить договор на поставку газа. Ваш договор на догазификацию. Подписывать будем 3 экземпляра. Раньше это было в разных местах города, людям было неудобно сначала заключить договор на техническое обслуживание и в другом месте ехать заключить договор на поставку газа. Сейчас все объединено в один клиентский центр.
В Бийскую газовую службу можно обратиться и по поводу работы. Сейчас в «Газпром газораспределение Барнаул» требуются слесари по обслуживанию оборудования. Руководство компании просит жителей края доверять только официальным газовикам. Несертифицированные специалисты могут представлять риск для жизни. Достаточно вспомнить февральский взрыв в новосибирской пятиэтажке. Из-за двух лжегазовиков 13 человек погибли, 22 пострадали. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Строители Алтайского края продолжают восстанавливать инфраструктуру Славяно-Сербского района Луганской республики. Сообщается, что в этом году рабочие возведут 3 ФАПа, восстановят 25 многоквартирных домов, 2 детских сада, храм, а также обновят 13 километров водопроводных сетей. Напомним, что активную шефскую помощь ЛНР оказывают 56 регионов России, включая Алтайский край. Так, в настоящее время наши строители завершают ремонт детсада «Рябинушка» в поселке Радонежск. Парк «Изумрудный» продолжает хорошеть. 108 миллионов рублей в прошлом году было выделено на его восстановление. Уже сейчас парк – место притяжения для тысяч горожан. Людей здесь собирается много, особенно по выходным. Накануне по парку прогулялся и губернатор Виктор Томенко. Как раз по его инициативе в 2019-м любимое барнаульцами место начали реконструировать. Парк не пустует. Всевозможные мероприятия здесь проходят с завидной для многих других парков регулярностью. И в эту субботу в Изумрудном работали медики и волонтеры, пропагандировали здоровый образ жизни. Губернатор интересовался каждым стендом. В одном месте горожан учили, как правильно ухаживать за зубами, в другом – скандинавской ходьбе, в третьем – проводили психологические тесты. Если я выберу... Это что про это, круг? Дружелюбных, коммуникабельных людей, которые нацелены на коллектив, на какую-то коллективную трудовую деятельность, вот такую именно с людьми. А эти люди очень часто сглаживают какие-то конфликты. И острые углы. Да. Спасибо. В принципе, про вас, я думаю. Спасибо. Виктор Петрович охотно поговорил с молодыми волонтерами-медиками, которые свое свободное время посвящают общению с людьми и приучают горожан вести здоровый образ жизни. К слову, учатся студенты медколледжа на фельдшеров скорой помощи. Вы как специалисты, как медицинские работники, очень краю нужны. У нас очень большая потребность в крае. И учреждения есть, и ФАПы мы новые строим, и многие больницы реконструируем, ремонтируем, новые корпуса строим. Но люди должны приходить работать, и это очень важно. Прогуливаясь по парку, губернатор общался и с прохожими, которые, кстати, рассказывали, что любят гулять по Изумрудному, особенно после его преображения. Очень впечатлена. Такие масштабы, ага. Хорошо, что для горожан такие хорошие места скоро для отдыха. Скоро все становится, как было, и, наверное, даже получше, чем было. 1 июня, надеюсь, уже какое-то мероприятие для детей будет, да? Замечательно. Будем следить. Я думаю, весь май уже будет. Да, наверное, да. Тогда будем следить. Катамараны здесь будут кататься, здесь будут люди отдыхать на террасах. Нравится, что восстановили? Да, нравится. И нравится, что организовали. Все-таки так мы, когда его коснулись, такой запущенный был. Страшное дело. Но мы немножко порядок наведем. Напомним, что второе рождение парка началось в 2019-м. В 2020-м и 2021-м на реконструкцию направили 124 миллиона рублей. Сделали велодорожки, детские площадки, спортивные для выгула собак. Сейчас парк уже не узнать. Его продолжают озеленять и благоустраивать. Скоро здесь появится амфитеатр, а пруд, о котором долго говорили, начали наполнять водой. Долго будем наполнять, недели 2-3, но зато наполнив раз, потом будем только подливать. Тоже скважина, которую тоже средства нам дали. Вода чистейшая, 150 метров, поэтому вода... Ну, сомнений было много. Я просто помню, я даже и сам думал, когда же мы, неужели мы к этому делу подступимся? Дай бог просто дорожки подровнять, где-то деревья аварийные убрать, где-то что-то выровнять и так далее. Но вот как всегда в жизни бывает, ты шаг за шагом идешь, все за один год сделать невозможно. Но если мы один год, второй год, третий год сделали, достигли, еще добавили, ну так понемножку, я думаю, что мы его, наверное, восстановим получше прежнего, правда? Кстати, в советское время, тогда называвшийся Меланжевым, парк был очень популярен. Здесь было много аттракционов, летний театр, пруд. Но в начале 90-х прошлого века он начал терять свою привлекательность. Ухаживать за ним было некому. Второе рождение длится уже несколько лет. Задача, по словам губернатора, сделать Изумрудный не только уютным, но и безопасным. Татьяна Голубева, «День с толком».
На Алтае создают 10 волонтерских отрядов, которые будут помогать благоустраивать города края. Озеленение территории, покраска детской площадки или масштабная уборка территории. Во всех этих вопросах местным властям будут помогать добровольцы. До лета волонтеры будут проходить подготовку. Что в нее входит, знает Данил Кузнецов. Вы узнаете их из тысячи, по голубым жилетам и кепкам. Школьники и студенты с горящими глазами и руками. 300 добровольцев края к лету создадут отряды зеленого реагирования. 10 абсолютно новых отрядов. Они закреплены, условно, за администрациями. Это такой инфраструктурный момент. Экипированные, обмундированные, собранные люди, обученные. В рамках федерального проекта «Молодежь России» в 10 городах края создают отряды волонтеров. Школьники и студенты займутся облагораживанием территорий. В этом плане добровольцы были и раньше, но теперь их деятельность будет организованной, а сами волонтеры пройдут обучение. Одна из ключевых дисциплин – взаимодействие с людьми. Объяснить жителям свою работу и может завлечь их к благоустройству. В каждом городе предлагаются те или иные территории, которые планируется благоустроить в этом году. И, соответственно, именно благодаря выбору граждан, жителей этих территорий, голоса распределяются за ту или иную зону. И волонтеры потом это статистически считается и принимается такое как бы коллективное решение, и эта территория облагораживается. Молодежь будет участвовать в субботниках, помогать сажать деревья, красить детские площадки. Совместно с представителями местных администраций Барнаула, Заринска, Рубцовска и других городов. Но кроме помощи, юные добровольцы будут и сами разрабатывать проекты для благоустройства. Этой работе волонтеров тоже обучат к лету. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. Молодые, энергичные и амбициозные. На сцене Барнаульского дворца культуры подвели итоги 26-й студенческой весны на Алтае. В ней приняли участие студенты со всего края. О том, как прошла церемония награждения и какой университет стал лучшим, расскажем в следующем сюжете. Мы за всю историю с коллегами, по секрету сказать, 2 дня не могли выбрать абсолютного победителя. Решить было действительно сложно, ведь на фестивале собрались лучшие студенты со всего края. Танцы, пение, театральные постановки и даже медиапродукты. Больше недели непрерывной работы в 8 разных номинациях ради главного приза. Я, например, в ваши годы точно так же и учился, и занимался спортом, и уже на 3-м курсе вуза стал работать на большом горно-металлургическом комбинате, постарался освоить и понять технологическую цепочку, все системы и принципы управления. Награда ждала не только самых творческих, но и самых спортивных. Победителю призеру 2-х зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Абсолютный победитель фестиваля – Алтайский госуниверситет. Серебро завоевал технический вуз, а тройку лидеров замкнул медицинский университет. Это значит, что все труды, все старания, которые мы вкладываем, они оцениваются. И очень приятно, что они оцениваются такой наградой. Я думаю, это очень большой стимул расти, развиваться, не останавливаться на достигнутом и покорять вот не только краевой уровень, но и всероссийский уровень. АГУ берет главный приз уже не первый год подряд. Не помешали даже изменения регламента. Концертные программы, например, проходили на базе ДК города Барнаула. В этом году было принято решение оставить концертные программы на площадках своих университетов. Это как будто бы и стены помогают. Возможность использовать свой университет на максимум, привести зрителей. Теперь лучшие алтайские студенты будут представлять регион на всю страну. Всероссийская студенческая весна пройдет в конце мая в Перми. Данил Кузнецов, «День с толком». А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.